А вот мяча боялись, не боялись? Ну, поначалу было немножко страшно, как любая девушка, да, там, ногти, все дела. Вот, но все-таки, если привыкнуть, то можно будет нормально играть. Ну, дружеский совет. На тренировку обязательно репетируйте такой вариант, как безопасность. То есть сильно летящий на вас мяч. Что? Да, 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 нет, ну траектория не траектория, надо быстрая реакция прежде всего. Что вы делаете? Иногда сыграть рукой лучше, чем получить какой-то вечер. Все, спасибо за игру.